За успехи в учебе и творчестве. 10 одаренных школьников Ульяновска отметили губернаторской стипендией за победу в конкурсе «Молодые таланты». С сентября по май 2025 года они будут получать ежемесячно по 5000 рублей. Подобное денежное поощрение поможет ребятам и дальше развивать свои творческие способности и хорошо учиться. Впредь также будем поддерживать, будем делать все для того, чтобы творческая молодежь могла развиваться, могла реализовывать все свои задумки, жизнь. У нас область в этом отношении уникальна, у нас талантов очень много. Выплата была учреждена в 2021 году. Стипендию могут получать школьники от 10 до 16 лет. Алиса Калашникова учится в детской школе искусств имени Балакирева на театральном отделении. Девушка хочет стать актрисой и развиваться в этом направлении. Да, я считаю, что при получении этой стипендии нужно также в дальнейшем развиваться и не останавливаться на достижении. Стипендия призвана поддержать творческую молодежь, талантливых школьников, которые проходят обучение в региональных детских школах искусств. Кирилл Савосин, Геннадий Бухтаяров, УПРАВДА ТВ.